Всем привет, ребята! Наконец-таки я купил это зарядное к шуруповерту DeWalt. Модель у нас DCF886, как-то полгода назад я делал обзор на этот инструмент. И уже сейчас могу спокойно его немножко испытать. Ну, злобить не буду, мучить его тоже не буду. В принципе, что у нас будет в испытании... Гвоздь программы, это, конечно, вот такая вот дура, 300 мм длиной саморез, и диаметр его 10 мм. Также будут саморезы принимать участие 200 мм, с диаметром, по-моему, четверка это, или пятерка, и вот такие вот 80-очки, диаметр 8 миллиметров. Ну и мелочевочка. Начнем, как говорится, с легенького, с разогрева такого. И закончим вот этим вот, так сказать, большим саморезом. Посмотрим, получится, не получится. Будем вот на ком брусе 200 на 200 испытывать его длиной 400 миллиметров. Ну такой чуть-чуть сыроватый. Ну чуть-чуть буквально там лежал мне. Посмотрим, будем в торец сверлить, засверливаться. Ну и, в принципе, наверное, все. Начнем вот с таких саморезиков. Сейчас я одену, наверное, наушники, потому что уж очень громко шумит. Все, поехали. Дело в том, что вот эта бита, она такая уродливая, это Ята, по-моему, фирма. Она просто бьет как сумасшедшая, так что видели, все, тут ничего такого сверхъестественного нету. Двухсоточка. Я бы советовал, покупая вот такой инструмент ударный, лучше брать сразу, не пожалеть их. Ну, хороший комплект будет стоить $50 ударный. Именно ударных, там и сверла, и биты, и все что угодно, там целый комплект. И вот такие вот битодержатели там есть, в принципе, с магнитом тоже. Все это ударные именно, потому что такие рвет, ломает, в принципе, ну и толку с этого нету. Так, все, двухсотка зашла, можно считать. Такой вот метис. Можно с головками вот-вот, смотрите, без... Все, без проблем. Ну что? Можно попробовать вот этого товарища. Правда, у меня, видите, сорвало грань, я через такой вот патрончик-переходничок попробую. Ну попробуем, если да, да, нет, так нет. В общем-то, что тут говорить. Так. Видно там. Вот так вот сделаю. Что, поехали.
Ну как-то не хочется найти, если честно. Да, аж металл уже нагрелся. Нет, наверное, все-таки он с ним не справится, к сожалению. Ну вот сейчас посмотрим, как она будет крутиться. Допустим, ключом. Ну да, довольно-таки сложно, я бы сказал. Может быть, если бы предварительно было отверстие сверлено здесь, то он бы его и засверлил. Но так, на самом деле, тяжело ему. Так, сейчас попробуем еще разок. Не буду его мучить, потому что уже греется там, где стоит тангенциальный механизм. В принципе, ну, в принципе, если бы было бы сделано отверстие, то да, небольшое, хотя бы пятерочка, то он бы его загнал. Но так ему тяжело, в общем-то, это не такими гайковертами закручивают. Ну, в общем-то, вот такое вот небольшое испыташка. В принципе, могет, сверлит, и все нормально у него. Ну, такие конские, конечно, надо засверливать 400-500 ньютонов гайковертами. Может быть, если бы не так, если бы поперек волокна, может быть, он и загнал бы его, хрен его знает. А так вот так вот. Все, всем спасибо, пока.